Интересно, что мои родные. Сегодня 22 сентября 2022 год. И я думаю, что это самое доброе утро за все 35 лет моей жизни. Потому что сегодня начнется совершенно новая, до этого момента неизведанная мной глава. Поэтому в этот день я просто надеюсь, то, что ангелы-хранители и Боженька будут с нами рядом. И, наконец-таки, мы увидим двух наших сладких и таких долгожданных сыночков. Просто надеюсь, то, что ангелы-хранители и Боженька будут с нами рядом. И, наконец-таки, мы увидим двух наших сладких и таких долгожданных сыночков. Посмотрите, как у меня просто за ночь. Ну да, да, все, вставай, ложись. Отекли ноги. Жесть. Надеюсь, они тебе сегодня зайдут сразу. Да, но слава да, богу. Сам... Кто это тут? Кто это заходит? Тебя же переодели. Да, у вас не так я выгляжу. Отлично. Отлично? Да. Что, булочка на мне? Что, все, ребят? Их забирают. И мы уходим. Все. Все, мы поехали. Там уже карета ждет меня, которая не превратится в тыкву. Это нормально. Вы натощак. Делаем антибиотик. Хорошо. Инструктаж. Делаем антибиотик. И едем в операционную, да? Да. Все хорошо. Головка не кружится? Все нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.